Сегодня 6 марта, и сегодня у нас проводится игра «Что, где, когда?». И сегодня мы узнаем, насколько наши мальчики умственно отсталые. Давайте же посетим эту игру. Поехали. Пахнет. Что-то там объявляют. Потерялся, господин. Потерялся. Здравствуйте, меня зовут Рассказов Сергей. Сегодня у нас прошла игра «Что, где, когда?». Я получил хрустальную сову как самый лучший знаток. Я считаю, что это было заслуженно, так как я ответил правильно на первые 4 вопроса. Ну, как бы мы советовались с нашей командой, но в основном идею подаю я.